Да? Ну, на работе, вроде бы, работает. Водитель трезвый. Не остановка. Да-да. Останавливаемся. Пожалуйста, давайте я вам дыхну прям двигать. Вот. А вы чего не остановились? Я поправил вам где-то, что у вас. Да, имею право, до первого поста ехать. А что, не прав? Закон не об этом говорит? Соблюдаете? Соблюдаем все, это что? Показываю вам свое удостоверение водительства. Должны передать его. Неправда это. Правда. Я обязан вам его предъявить, но не передавать. Водитель, будьте добры, передайте на проверку. Нет. Вот да. Переписывайте все, что вы вам нужно. Вы отказываетесь? Для проверки в руки не обязан передавать. Вот смотрите. Согласно пункту правил 2.1.1, водитель обязан передать на проверки водительское удостоверение. Скажите, я прочитаю, вот не помню, к сожалению. Не помню, я очень плохо. Вы не знаете своих обязанностей. Я свои обязанности знаю, я обязан плохо вам знаете. Предъявить для осмотра. Для, вот, передать пожалуйста. Для проверки. Нет. Передать для проверки. Нет. Передавать свои документы не вправе вообще никому. Сергей Владимирович, документы передайте, пожалуйста. Согласно пункта 2.1.1 правил дорожного движения. Покажите мне этот пункт, пожалуйста. Пройдете машинку, ознакомьтесь. Пойду. Что я нарушил?
Вы первые не остановились, по требованию сотрудника полиции. Операция «Нетрезвый водитель» проводится. Документы передайте, пожалуйста. Написано это на сайте. Хорошо. ДНР. Хорошо. Посмотрим. Документы передайте, пожалуйста, для проверки. Я вам еще раз говорю, я вам их предъявил. Переписывайте все данные, которые вам необходимы, и проверяйте. Хорошо, а что там про темное время суток написано? Операция «Нетрезвый водитель», два экипажа. Где? Вот один экипаж сзади стоит. Посмотрите в зеркало заднего вида. Здесь. Здесь второй.